Когда я был еще очень мал, империя Земли контролировала небеса. Деза и его военные флотилии все видели, все знали, имели право всех наказать. Мы в колонии не знали, что может быть когда-то по-другому, но потом колесо повернулось. Теперь таких, как я, тысячи. Тех, кто победил Лигу Трех Стен. Тех, кто сражался против жестокой империи. Наша громкая победа в сражении Нея дала нам веру в себя и время, чтобы укрепить нашу флотилию. А также она дала нам лидера, Фабо, силу, чтобы верить в будущее. Welcome to the League of Free Worlds Information System. Please select desired option. Эскадра была распределена по звездной системе для того, чтобы управлять ею и подавлять, а затем транспортировать прибыль на Землю. Войска Лиги были малочисленными и могли незаметно ударить по эскадре, а потом быстро исчезнуть во мраке. Но потом мы услышали, что был новый путь на Гаванаю, нашу родную звездную систему. Вся эскадра была объята холодным страхом. Сражение Нея перевернуло все. Оно дало нам хороший опыт. Но теперь вся система стояла на кону. На этот раз наши семьи нуждались в нас. Сейчас мы защищали наши дома. Navy missions within Gallinire appear to be increasing. It is feared that protracted military incursions are planned. Intelligence data indicates concentrated targeting of planetary. Starport, we are under attack. Please assist.